16 сентября шахматному центру «Маэстро» исполняется 25 лет. Шахматный центр «Маэстро» востребован и успешен. Ежегодно в центре занимаются около 1500 детей от 5 до 18 лет. Шахматный центр гордится своими выпускниками, ставшими кандидатами и мастерами спорта. Это Бочаров Иван, Ханин Семен, Хличкова Татьяна, Матюкова Ульяна, Хан Анастасия и другие. Они являются победителем всероссийских международных чемпионатов. В настоящий момент входят в состав сборной Новосибирской области. Визитной карточкой шахматного центра «Маэстро» является проведение международного детского шахматного фестиваля «Маэстро» этапа Кубка России, который отметил в этом году 25-летний юбилей. За эти годы в турнирах приняли участие около 8 тысяч человек со всех уголков мира. Фестиваль входит в пятерку крупнейших шахматных фестивалей России. В 2018 году шахматный центр – победитель двух самых престижных общественных наград в области образования – 100 лучших организаций дополнительного образования детей России и образовательной организации 21 века. Шахматный центр «Маэстро» поздравляет всех берчан с Днем города. Всех тех, кто трудится на благо нашего города, на благо наших детей. Счастья, здоровья, успеха и мирного неба над головой.